Приветище, это Субнатика ниже нуля, и мы перебрались уже в прошлой серии через мост. Почему-то он здесь задвинулся. Не понял. Тут есть... вот, панель управления тут тоже есть, мы можем выдвигать, задвигать этот мост, ну и хорошо. Просто в прошлый раз мы его выдвигали. Сейчас, подожди, давай на всякий пожарный выдвинуть. Он выдвинут, но он убран. Странно. Чудища какие-то. Страшные чудища. Наверное, пингвинят подошли, тут что-то нашерудили с этим мостом. Так, короче, жалко, конечно, что ночь. Дико страшно ходить в ночи туда, потому что там невидимая какая-то фигня, которая может нас сожрать. Все в комментариях писали, что не ходи туда, там страшно, капец, там очень опасно, там жуткие твари, которые охраняют эту территорию. Какая радиовышка, интересно. Давай спустимся вниз. Потом поднимемся наверх, сядем в краба и поедем, посмотрим, что там за тварь охраняет эту местность. Несмотря на то, что все мне кричали, что я бы туда не ходил, или чтобы я был там аккуратен, осторожен, я все равно туда схожу. Интерес превыше всего. И пофиг, что я там отхвачу или меня сожрут. Но не страшно, в любом случае. Знаешь, я же в игре, а в игре куча жизней. Чекпоинты есть. Это в реальной жизни сохраниться нельзя и потом загрузиться. А тут-то что? Подумаешь, сожрут, не страшно. О, я уже слышу крики. Я думаю, ты тоже это слышал. Жуткие такие крики. Так, а что это я не могу где-то там взять? У меня все есть. В принципе, мы можем туда заслать с тобой робо-пингвина и проверить территорию. Но есть вероятность, что его сожрут. А он падла дорогущий такой. Делать его потом заново не хочется. К тому же, у меня боевой раскрас кайдзю. Я надеюсь, что это существо, которое там обитает, оно увидит надпись кайдзю, боевой раскрас, и просто испугается, и даже не сожжет меня. Вот, вот на что я надеюсь. Ну, как говорится, дурачкам везет. Вот мы и проверим эту теорию. Можно скинуться вниз, с обрыва. Там причем куча костей, вон, смотри. А, это травушка, это не кость. Мне уже мерещится смерть, ты понимаешь? Это очень плохо. Куда-то свалился не туда. Ой. Ой. А можно солнышко, пожалуйста? Хотя, если выйдет солнышко, то тут начнется метель, пурга, ну и прочая всякая лабуда, как обычно, в принципе. Это бывает? Это что такое тут валяется? То и та. А это просто льды. Я хожу, гуляюсь. Ага, шарюсь тут. В принципе, пока все спокойненько. На огромные просторы полей я никуда не выходил. Смотри-ка, тут тоже есть фонари Альтеры. Значит, они тут что-то исследовали. Ой, вон там что-то есть инопланетное. Я так полагаю, что мы сейчас куда-то к чему-то инопланетному придем. Залечу сюда. Эх, жалко, ручки мои не цепляются за обрывчики. Мы сделаем вот так. Тут пока ничего. Теперь летим сюда. Тут есть жрачка. Давай-ка возьмем жрачки. Вначале мы... Сядь, пожалуйста. Вот, спасибо. Вначале мы все скинем в хранилище. А теперь возьмем перца. Сколько можем, столько съедим. Все четко. В ящике сейчас заодно проверим, что у нас тут. Аптечка. Это всегда хорошо. Еще, знаешь, что я переживаю? Что если на нас нападет это чудище... Чудище, которое я еще не видел, я не знаю, как оно выглядит. Но главное, чтобы оно не разворотило моего краба. Я за него переживаю больше, чем за себя. Отдам свою жизнь за краба, как говорится. Пусть покоцают меня, чем моего дорогого кайдзю. Вот, инопланетная какая-то фигулина, ее отсканить можно, нет? Может быть, даже нужно? Нет, бесполезняк. Чешем дальше. Странно. Никаких звуков, никаких ревов я не слышу. Что это там валяется? Ой-ой-ой-ой, что это? Как будто что-то из-под земли вылезло. Но может быть рановато еще для земли. У нас же бур есть, отлично. Вот, вот это что это такое? Ух, ёпарасы, ты быстро-быстро в краба! Это что за фигня? Прямо перед моим лицом. Ну нафиг. Я чуть не пересрался. Вот видишь, где камень исчезает, он вот туда занырнул. Что-то я как-то это, кирпичей навалил. Надо почистить крабик. Так, спокуха. Не переживаем. Что выкинуть-то, блин? Давай, короче, вот это вот я выкину. Я же могу это выкинуть, да, могу.
Этого я еще кучу наберу. Вот, собственно, кирпичи куда-то они покатились. Похоже, да? Смотри, они живут своей жизнью. Они пытаются загипнотизировать это существо огромного червя. Значит, серебро. Серебро нам всегда пригодится. Его нужно забирать. Медная руда, ну пусть будет. И вот здесь вот мы сейчас залезем нашим роботом. Проверим, что у нас там спрятано. Пока все спокойно. Пока снег зачем-то взял. Пока пукан не горит, можно... А где пульт? А где, собственно, пульт? А там, смотри, ионовый куб есть. Что-то такое зелененькое, интересное. Ну как я так мог обосраться просто с этим пультом? Черт. Придется возвращаться. Ладно, давай вернемся, короче, к мореходу. Выкинем все барахло. Хотя в мореходе у меня тоже там уже ничего нету. Ну, в плане места. А еще бы найти его, благо тут есть. 500 метров, капец, полкилометра пилить теперь. Ладно, не страшно, сейчас ходим. Все, я добрался. И почему-то, на удивление, тут есть неоткрытый ящик. Это как так-то ей? И не понимаю. Как-то я не открыл этот ящик. Значит, у нас 21% заряда в крабе. Это прям, ну, не очень круто. Надо поменять батареечки, надо посмотреть, есть ли у меня они в запасе. У меня обычные фуфловые батарейки для фонарика. Здесь у меня... Надо вот это все забрать. В том числе и серебро. Вот, медь возьмем. Титан нам пригодится. Аптечку сюда на всякий пожарный, титан берем. Вот, и сейчас я батарейку откуда-нибудь вытащу, например, с морехода. Кстати, очень много было комментариев о том, чтобы я и мореход еще перекрасил. Мол, отцепи модуль и поставь его в стыковочную шахту и перекрась. Я это сделаю, но потом. Вначале я хочу найти этот пульт. Куда я сунул пульт? Может быть, он сломался? Я не знаю. Не, пульт не должен ломаться. Что это за пульт этот такой? Прикинь, походу я реально пульт просрал. Ну, это не страшно, потому что я могу его еще раз сделать. У меня хватает ресурсов, давай его сделаем. Это не проблема. Вот он, пультик, делаем. Будет прикольно, если я его где-нибудь потом найду. Итак, получается, у нас нету энергоячеек. Хотел, блин, выложить все в свой мореход, а в нем тоже вообще капец места же нет. Ладно, не беда. Давай посмотрим, что по энергоячейкам. Здесь 28%, здесь 28%. Окей, забираем эту энергоячейку. Поставим ее в нашего краба. Что-то я, кстати, не понимаю. Игра релизнулась, и все сундуки, смотри, появились заново. И в том числе КПК. Вот это поворот. Подожди, получается, что все они ресетнулись, и здесь тоже все ресетнулось, правильно же? Ха! Ну, круто. Ну, как бы, это не совсем круто, потому что это читерство называется. Ну да ладно. Что поделать, если так вот они обновили игру? Я не виноват вообще, я не при делах. Значит, нам нужно поменять батарейку. Сейчас я на него залезу, если залезу. 20%, тут 20%. Ну и эта батарейка пускай будет со мной. Хорошо, выгружаем обратно все серебро. Просто стаскал его в мореход и обратно притащил сюда. Прогулял ресурсы. Ладно, поехали, все, я готов. Смотри, прикол какой. Я на этом глазу прыгаю. Но это медуза глаз. Вот. А что они на поверхности тут делают? Я могу вот так вот по пузырям прыгать. Прикольно. Что-то они так всплыли сюда. Ой-ой-ой, тихо, тихо, они могут меня своими щупальцами ударить. Жбахнуть, и это будет очень больно. Значит, я, короче, решил забрать энергоячейки все с морехода. Потому что что-то как-то быстро они кончаются на крабе. А знаешь, как бы просто заглохнуть посреди поляны, где бродит неведомая какая-то фигня под землей в виде крота или червя, не очень-то хотелось бы. Короче, случайно пошел не той дорогой, смотри, что нашел. Раскопки Альтеры. Давай посмотрим, что у нас тут за журнальчик лежит. Туннели. Журнал про туннели, но это неинтересно читать. Мы и так бродим по этим туннелям и все сами выясним. Пойдем посмотрим, что тут, собственно. Что за раскопки они вели? Для чего? Может быть, искали других левиафанов? Вот еще одна. Журналы сообщения батареи ударника. Но батарея ударника — это, видимо, тот, кто долбит лед.
Здесь все разряжено, сюда можно что-то затащить. Ну ладно, взял просто пожрать. Тоже неплохо. Выживать будем, будем выживать. Есть мочалка и вода, будем дравить два попца. Так, значит, тут вроде бы все. Я, конечно, еще хочу посмотреть, что они здесь раскопали. Давай спустимся вниз, надеюсь, там нет ледяных медведей. Ого, титан. Так, подожди, титан. Хорошо, что у меня есть бур. Я думаю, что нам нужно сюда спуститься на нашем крабе и немножечко титана добыть. Так, титан мы, значит, добываем. Хорошо, что у нас есть бур. Давай, погнали бурить. Титан, титанидзе. В хранилище нет места для предметов. Ну вот. Все, выходим. Поскольку краб у нас забит, я просто положу это все в свои карманы. Ну вот, я думаю, будет достаточно. Сколько я там взял? Прилично я взял. Еще одно место для... для чего-то. Например, для того ионного куба, который я найду. Так, значит, опять темнеет, блинский. Ёкарный. Я хочу попробовать все-таки поставить здесь жилой модуль. Многоцелевая комната. Вот, мне этого будет достаточно. Давай ставимся. Вот так вот. Сейчас заживем с тобой. Шикарно. Отлично. Теперь делаем люк. А, не хватает титана и кварца. Продолжаем. Делаем люк. Вот чудно. Теперь мне нужно сделать батареечку. Титана не хватает. Но я уверен, что я титан здесь найду. Поблизости валялась куча камней. Опасная погода. Ищите укрытие. Да сейчас у меня будет укрытие. Я его смастерю. Но кто-то орет. Кто-то переживает. Синяк я не хочу. Во-во-во, смотри, вот камушки лежат. Титан, пожалуйста, титан. Медь, долбаная медь, когда не надо, выпадает медь. Где-то еще камушки тут валялись, я видел. Фонарик, надо включить фонарик. Сигнала нет, да, он мне, в принципе, не нужен. Во-во-во, титан валяется, смотри. Давай заберем, и здесь тоже титан. Все, нам этого достаточно, еще и снег хватанул. Зачем снег? Ты что, девочка, снега, что ли, не видела в жизни никогда? Он с неба падает. А ты его в карманы тащишь. Надвигается опасная погода. Смотри, какая тишина. Хотя, может быть, это тишина перед бурей. Затишье. Значит, ставим солнечную панелечку. Куда-нибудь еще шпандорим. Вот так вот. И будет у нас электричество. Чудно. Заходим внутрь. А электричества пока нет, потому что ночь. Энергия просто не накопилась. Хорошо. Не проблема. Как насчет того, чтобы сделать здесь кровать? Если у меня, конечно, хватит материала. Хочу кроватку, самую простенькую, самую элементарную. Сетчатое волокно у нас есть, но только оно в мореходе. А туда тащить свою тощую задницу чуть не очень хочется. Ладно, как насчет того, чтобы сконструировать здесь этот... О, свет! Мне нужно сконструировать вот эту штуку, вот. Зарядное устройство энергоячеек. Сразу же вешаем плакаты, чтобы все знали, что это моя хата. Справа, с краю. Смотрит. Тут, конечно, окошка не хватает. Там прекраснейший бы вид открылся. На море. На океан. Фиг знает, что это море, океан. Наверное, океан. Потому что вся планета окутана водой практически. Ну, кроватка у нас теперь тоже есть. Я сгонял за волокном. Так, где у нас кровать? Кровати. Самую простенькую, невыпендрежную, с одним титаном. Вот такую вот, пожалуйста. Мне прям вот здесь вот ее постелим. Поставим, точнее. Чудненько. Будем сюда приходить спать, чтобы ночь переждать. Также я еще хотел сделать зарядную эту штуку, но, к сожалению, у меня на нее не хватает материала. Вот, лития у меня нет, титан у меня один. Но я надеюсь, что мы найдем и литий, и титан здесь, на острове, хотя с литием наверняка проблемы будут. Так, по остальному, я еще хотел сделать базу, техстанцию полярного лиса, но для нее тоже нужен титан. Поэтому мы сейчас пойдем быстренько соберем титанчик. Мы знаем, где его искать, тут неподалеку пробежаться придется, размять свои ноги. Вот, я уже вижу, там камушек валяется. Сейчас его разобьем. И там он тоже камушек. А, это кварц. Шикарно, кварц. Так, это медь. Сейчас и кварц соберем. Снежный кварц. Вот и титан второй.
Отлично. Все, получается, мы можем уже сделать техстанцию полярного лиса, да, отлично. Разместим ее рядышком с нашим модулем. Ух, как он там орет. Вот и все. Техстанция полярного... Кажется, я ее не так поставил. Надо было развернуть, но не страшно. Электричество питается от... Точнее, техстанция питается от нашего жилого модуля, так что не зря его поставил. Магнетит у нас есть, смазка у нас, по-моему, где-то была. И титан осталось найти. Пойдем. Вылазим, идем искать титан, делаем, короче, полярного лиса и мчим на нем. На нем по тем пустошам ледяным. Ну, там не совсем пустоши. Ну, короче, где вот это вот крота-червь водится. Вот там будем бродить. Потому что кайдзю у меня уже садится. На нем, ну, просто бессмысленно куда-то идти. К тому же он не очень быстрый. Если что, он не убежит никуда. А на лисе, полярном лисе, мы вполне можем уехать. Быстренько свинтить куда-нибудь. Итак, создать. Смотрим, как его собирает по запчастям. Прикольно. Вначале голограмма появляется, а потом это все вживую. Как это сказать? Я не знаю. Из голограммы в реальность превращается, короче, вот. Отлично. Полярный лис у нас имеется. Садимся на него. Ну-ка, 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 ну-ка. Куда едем? Достижение получил. Прикольно. Мы можем ездить, но как на нем поворачивать? А, ну вот, головой надо вертеть. Головой вертеть. Прыжка у нас нету, хотя модуль имеется. Ускорение, ясно. Ну, блин, к нему надо привыкать. Мне, если честно, пока что не очень удобно на нем ездить. Может, на ходу будет как-то? Да как-то нифига. Говорили, что полярного лиса можно собрать, ну, прям в карман его положить, и вроде бы как это правда. Вот, во-во-во, я видел, что его можно собрать. Вот, смотри, собрал просто, и все. Но он, конечно, место занимает огромное количество. Давай его выкинем. Оп. Годненько. Ладно, короче, поехали. Правда, уже ночует, я как... Ночует. Вечереет. Я, как обычно, по ночам рассекаю. Врубаем нитро, мчим. По пути будем собирать титан, если встретим. И я надеюсь, что нас не сожрут. Выехал на какую-то поляночку стрёмненькую. О, пещерочка. Давай заедем, посмотрим, что тут у нас. Ух, ёпрысто, это что-то сзади было? Тут завалено все. Погоди, это, может быть, туннель этого червя? Как думаешь? Сколько тут ресурсов-то, а? Навалом меди просто. Блин, ну туннель, конечно... Что-то я застрял, походу, что происходит. Туннель, конечно, явно... Для червя прям очень стрёмно по нему ползать. Вдруг он вылезет сейчас и сожрёт. Или на скорости просто промчится мимо меня. Так, тут завал. Но есть лестница. Давай вылезем. Соберу сейчас полярного лиса своего. Просто вылезем отсюда. Вау-вау-вау. Где-то рядом с нами червь. Как-то стрёмно. Прям перед нами такое ощущение, он вылез где-то. Давай выкинем полярного лиса, сядем. И поедем потихонечку отсюда. Очкую очень жестко. Ох, блинский! Велик мой! А, ну он это, просто чуть-чуть вылез, типа показался. Но я так и не понял, кто это. Ладно, где он вылез, там я прокачусь, не страшно. Так. Все, я прибыл. Я прибыл. Вот это шпиль. Вылез какой-то из-под земли. Я прибыл, кажется... А, нет, это не сюда. Это не сюда. Где эта маленькая пещерка-то была, блин? Потерял ее. Вот она пещерочка. Все, сейчас мы слазим. Где наш маленький шпиончик? А ты отправляешься на важную миссию. Пожалуйста, найди там что-нибудь интересное, ценное. Пультик. Обязательно пультик. Погнали. Да что ж ты его поднял-то?
Его не надо поднимать, его надо куда-нибудь заслать. Все, наконец-то я загрузился. Мы едем, едем, едем собирать ионовые кубы. Это же ионовый куб, правильно? Точно. Куча кварца, но собирать его пока не буду. Еще один ионовый куб. О, магнетит обязательно пригодится. Ионовый куб. Ну и, в принципе, как бы все. Ладно, кварц заберем. Больше в этой пещере ничего не было. Скучненько, скудненько. Хотя мы понимали, что там ион. И, в принципе, больше ничего. Все. Забираем тебя и едем дальше. Поедем, поищем что-нибудь тут интересное. Так, я слышу, что он... Вон, 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 вон. Ох, какой червячелло. А что у меня сломался этот? В смысле, как ты мог сломаться? Он далеко от нас выпрыгнул. Нормально такой червячок. Воу-воу-воу-воу. Нифига себе. Фух, хорошо, что он мой мопед не задел. Очень мощный, красивый червячок. Давай-ка нитро врубим. И поедем поскорее отсюда. Черт. Гони. Стремно-то как. Че это у него такое торчит из носа? Вау, прям передо мной. Да в смысле ты сломался? Как он мог сломаться, я понять не могу. А чего? Каким-то макаром поломал. Я что, рукожоп, что ли? Как это вообще вышло? На ровном месте, вот серьезно. Я, конечно, видел, что он искрился, его надо чинить, но... Блин, в солнечную погоду... Воу! В солнечную погоду... А ты откуда? Медвежа! Куда ты бежишь? Можно я за тобой? Мне стрёмненько тут. Привет, ребят, я тут с вами потусю. У меня есть что пожрать-то дать им? Мне кажется, ничего нет. Короче, медведи тоже сыкуют. Блин, расцвело, когда он исчез. Ну, точнее, закопался в землю, хотя он сейчас... Так, так. Ага, вот как выглядишь. Все понятно. Оу, прям в пуканич, ты прикинь, он меня подкинул. Вот как он выглядит. Офигеть, наконец-то я его увидел. Второй раз вылез или тут несколько червей? Красиво, красиво. Но я, пожалуй, отсюда пойду. Я вроде бы тут все обыскал. Хотя не факт, что все. Мой мопед сломался. Недолго он мне прослужил. Надо было, короче, к крабам идти. Я думаю, что крабам я бы тут больше всего открыл. Потому что все равно эти черви за мной не гоняются. Так, я куда-то поднялся. Вон, даже флажочек есть. Ух, ёпарасете. Ау! Он воткнул не в меня, но мне попало. Аптечку заюзаем. Да хватит уже, а? Ты гляди, он куда-то там тычет и в меня прилетает. Это что за глюки? Это читерство. Чистой воды. Пойду в пещеру, короче. Пещерная жизнь. Где мой алагин? Ух ты. Нифига себе. Куда это я набрел? Это же портал. Сейчас прикинь, лампу с джином найду. Будет прикольно. Алан, ты что не скажешь, нет? Здесь, по-моему, ионный куб нужен. Ага, точно, вставить ионный куб. Но мы чуть позже его вставим. Давай пошаримся тут, посмотрим, что тут, кого тут. Вот, тут можно еще вот сюда сходить. Блин, о-о-о. Батареечка, пожрать можно. Медикаменты. Таблетосы. О, платформа левитирующая, прикольно, можно вниз спуститься. Ну, пошли вниз. Подожди, ой, слизь. А, нет, это не слизь, это камни какие-то. Налет. Так, куда это я спустился? Что здесь? Пока что... Может, я тут замерзшего левиафана еще одного найду? Или живого? Живого, конечно, было бы круче. Или, может быть, тело.
Смотри-ка, сюда можно как-то выплыть. Пристань есть. Все, места нет у меня, все полно. Таблетки брать я не буду. Так, ну, допустим, я спрыгну в воду, и куда это меня должно отвезти? Оп-оп-оп-оп-оп. Разрежьте лазером, чтобы получить доступ. У меня же лазерный резак с собой, да, отлично. Лазерный резак с собой, давай. Давай-давай-давай, режь, кислорода уже маловато. Блин, как же мне фартануло, что я его взял с собой. Все в глыбе льда, замерзшим. А кислород кончается. Надеюсь, что... Я сейчас выплыву куда-нибудь на поверхность, или я сейчас задохнусь. Одно из двух. Так. Можно, да, я проплыву? Отлично. Просто шикарно. Ну, короче, да, это еще один проход. Быстренько наверх. Вон мой мореход. Это классно. То есть, ну, я поблизости. Все, я вернулся, я здесь. Сейчас мы ставим ионный куб и посмотрим, что произойдет. Отлично! Телепорт заработал. Входим. И где-то мы должны выйти, наверное. Опачки. Ну да, это тот телепорт в лаборатории робототехники, скорее всего. По крайней мере, мне так кажется. Ага, точно. Точно-точно, это тот самый телепорт. Мы его активировали, теперь можем перемещаться. Ну ладно, допустим. Ну все, я вернулся обратно на базу. Я думаю, что надо собирать свои манатки и чесать отсюда. Домой. Чтобы сделать там еще какие-нибудь постройки. Перекрасить мореход. И в следующей серии мы от дома поедем в какое-нибудь другое место. И я подумаю, стоит ли сюда еще возвращаться. Мне так кажется, что мы тут все сделали уже. Я и посмотрел на этих червей. Ну, такое себе, конечно, удовольствие. Вот, я бы их лучше бы и дальше не видел. И... А что это я не стыкуюсь? То, что батареек нету, наверное, да? А то, что я когда уходил, вынул. А этот упал у меня, да? Ну, ладно. Давай стыкуемся, отлично. Да, все дело в батарейках было. Все, короче, плывем домой, а ты пиши в комментариях, стоит ли мне еще вернуться на этот остров с этими червями. И все ли я здесь собрал, все ли я тут разведал. Как бы нашел портал, на червей посмотрел, но и не думаю, что там что-то еще есть. Если бы что-то где-то рядышком мы бегали, Алан бы, наверное, нас предупредил, сказал, что он обнаружил сигнатуру своих предков. И нам стоит там еще что-нибудь поискать. А вот и виднеется наша стыковочная шахта. Значит, давай мы проверим вот что. Подплывем просто сюда на мореходе и посмотрим, зацепит она, нет у нас. А, прикинь, она зацепила. Вместе с моим хвостом, что ли? Обалдеть. Подожди, подожди, подожди. Нет, хвост мой отцепился. Так, а где мой хвост? А, вот где он остался. Ну и хорошо, это очень прекрасно. Я думал, прикинь, еще и хвоста лишился. Я бы тут в обморок упал. Так, нам нужно перекрасить наш мореходик. Это, во-первых. А во-вторых, его нужно починить. Теперь, значит, перекрашиваем его. Основа у нас будет красная. Точнее, основа у нас будет черная. Полоски красные. Инвентарь у нас будет тоже черный. Название будет у нас белое. И не мореход. А какое мы ему дадим название? Давай, черныш. Вот он, наш маленький черныш. Давай сядем внутрь. Ой, по красоте все черненькое, темненькое. На стиле. А теперь зацепимся сейчас задним. Все, зацепились. И давай посмотрим, как это выглядит. Интересно, вот можно как-то модули туда затащить и тоже перекрасить. Но модули остались белыми. Ну, не страшно. Сзади краб черный, спереди мореход черный. О, гляди, занырнул под воду, а у меня тут все перекрасилось. Обалдеть. Может быть, оно уже тогда перекрасилось, просто в ночи не так было видно. Ну, а на сегодня это все, спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайк, субнатики.
Ну и мне, естественно, под этим видео. Прям спускайся сейчас, ставь там лайк и подпишись, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие серии по Субнатике. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.